крокодилов. Они делают примерно то же самое, правда, не на постоянной основе. Самки не прячут детенышей внутри пасти при первом появлении опасности, а только транспортируют малышей из места, где они появились на свет, в воду, чтобы крокодильчики не стали добычей других хищников. Обычно это не очень долгая дорога, но попробуйте остановить такую мать от желания заботиться.